Ладно, давайте кратко и по делу. Буду позитивно теперь говорить. Были, значит, мы на мастер-классе Софии Ган. В мастерской «Осторожно окрашено» узнали много интересных секретов. Неделя прошла замечательно. У меня появились красивые брови, как вы видите. Не поверите, но я тоже познакомилась на этой неделе с Софией Ган. Боже! Вот, брови, на самом деле, это очень круто. Это вот для тех, у кого нет детей, им надо завести хорошие брови. Сначала к стилисту Анастасии, там они вместе с Наташей мне разобрали мой маленький гардеробчик, который, в принципе, влез в такую сумку котом. Для меня было открытием совмещать романтическую юбку с мужской рубашкой, например. Я поняла, что у меня вещи все очень-очень мрачные, очень темные. Сказала, что у меня скучный гардероб, потому что у меня все везде подобрано. Но она вообще классная. Не хватает аксессуаров, поэтому я решила добавить для начала очки чисто для имиджа. Сказали, хорошо, цвета много разного. Но у меня сложности с тем, как это все зачитать. А планируете поход по магазинам за мужской рубашкой и аксессуарами? Сегодня поеду за шляпой, за черной. Я узнала, что у меня есть брови. У меня теперь есть брови. Начнем с бровей. Вот. Это то, чего я ждала несколько лет. Когда из одной моей брови сделают две. Самое прикольное на этой неделе, что было, это масочки от Secret Ola. Просто я бы про них забыла. Здорово. Вот эта последняя неделя мне, кстати, больше всех понравилась.